Может, ее вытащить сразу? Кого? Большую. Большую? Хотя бы узнать, что там лежит. Там надо из нее костюмы делать, да? Там мы Семочку брали по 65 рублей, а здесь у нас это самое метро около 200 рублей. Да, вот дела здесь. Все детали здесь, потому что пиво с креветками здесь. Ну я ж подсказываю, что за блины такие? Откуда она блины-то взяла? Квадратные, еще все не прочее. Приходит, сделай блинчики на своей сковородке. А у меня, знаешь, какое? У меня дно такое вот было. Что ты хотела достать? Ну, знаете. Мама, может, ты останешься с нами? Я сейчас вернусь, я на балкон схожу и вернусь. На балкон сходит? Ну. Там берет нас с ней. Повесить. Обязательно что-то? А, повесить, да, да повесить. Повесить сейчас берет. А ты стирала раз сегодня? Мне понравился салат. Да это еще? Он такой, как говорится, не хитрый, но вкусный. Ты то есть положить? Я вообще не люблю хитрые. Вам еще положить? Да чуть-чуть тут тарелочка-то. Не хватит. Ну, такая нормальная, для меня как раз. Там и сыр, и рыба, и яйца. Он заливается майонезом, все. Столько соусов, особенно соусов. У них каких только соусов нет. А почему соусов много? Они же вместо хлеба не выставляют, но она в основном, мамалыгу. Мы что-то разговорились, пошли говорит, в огород. Ну, пошли. Вот он, мы все это ели там, и вдруг он берет вот этот перец, раз, и лопает. Ну, и я так же. Ой, я делаю с кругов 10, обежала вокруг дома. У нас дом хороший был вокруг дома. Я говорю, все, Володька, не могу больше. Вот, потом прибежала, надо запить, запила, и еще хуже у меня, после воды я еще больше. Он говорит, подожди, я тебя поймаю, я говорю, попробуй поймай. Это первый раз, а они... Она плакала, красная, все стало бедное. У меня девочки однажды накормили горьким перцем. А у нас сосед в медицинском институте учился. Ты говоришь, что ты бегаешь часто в эту ванну? Я говорю, я витамин Е пью, понимаю. В одной косточке яблоко. Я потом как поела их. Вот такие вот, знаешь, вот такие вот. Вот такие были. Вот с такими окошерками точно не родишь от страха. Или от страха родишь. Да, что все было готово уже. А специально это ты закрыл? Сейчас думаю, пузо развяжу. Мам. Любимыми руками. Да. Тебя можешь подкормить. Ешьте. Ай, бедный. А что ему? У нас Гришуни есть там. Да. Сфотографировалась в штат. Ходит туда-сюда, потом там ложится в кулды. Полежит опять. Ну, боевой пост. Полежит опять. А мне было около него. Да. Вкусно! Лапаю сюда. И скорее так. Какой забавный котенок был. Что, я смотрю, тебя не хватает. Я рядом. Он наблюдает, как абхазская невестка. Абхазские жены за стол не имеют права сесть. И они стоят вот здесь, например, да? Может быть, и... Все одна! И готовят, и стирают. Тяжело. Нет, да, у них вот, у абхазов-то нет многоженства. Нет? У них просто сильно тяжело, все равно тут что так много получается. Нет, это у них вообще этого нет. У них одна жена, у них второй нету. Остальные любовницы. Она сидит целую неделю. Все то едят, там у них много всякого приготовлено. Там все мужики в основном готовят, кстати говоря.
Вот, мужики, бабушка такое что-нибудь печеное, только у него золото у нее на... Вот. И год ее никому не показывает. Она не выходит из дома целый год. Ни родители не имеют права к ней приезжать, ничего, никто. И, ну, вот. У русских тоже были странные вот эти всякие... А у русских тоже в светелках сидели всю свадьбу. Ладно, сидели в светелках. Кто из них самый веселый, самый хитрый и самый дурной? Мама. Из троих? Из троих, это выбор, кто из них кто. Она-то откуда знает? Так догадаться надо. Русский самый веселый, самый странный, самый такой. Правильно, по-моему. Что там сейчас было? Нет. Нет, там курица. Утром сделаешь, и вечером есть будешь. Ну, необыкновенно вкусные. А вечером деньги. Ну, там, правда, много компонентов. Привет, это мясо, говорит. Я думаю, мясо поставить. Слушай, я прям налюбоваться не могу. Какая была страшная и какая красивая. О, теплый, садись, мамочка. Беленькая. Надо мне посуду перечистить. Купить завтра эту конфетку. Как он называется? Ставить не пошла сегодня, завтра пойдет покупать. А я хочу, знаешь, что купить? Не знаю. А беленький жидкий только. Как будто она новая. Как там ничего никогда не было. Ну, я не помню, что эти кастрюли красные, они с черным внутри покрытием, да? Без состава не смотрели. Вот эта обливная посуда очень... Это чашки я также отбеливаю и все. И отлично получается. Как в прошлый раз сидит с нами, а глаза прям вот... Папку любил меня фотографировать. Сынка, сейчас соберемся, он всех в разных позах нащелкает и довольный. Ну, он и цветные делал. Сделаю все, проверит, и, пожалуйста, очки. Можешь, нож готов взять, можешь заказывать мне. Слушай, а я думаю, что же Галина, когда была, я на диване пришла спать. А я не знаю, это просто любовь к жертвоприношениям называется. Я забыл просто. Ты здесь как-то ночевала. При ней же, когда писала, что-то писала. А, нет, когда я ночевала, да, когда я записала что-то. А я... Почему ты не устала? Замерзла я. Мы кормили ужин человека. Он в мурашках. Да, я замерзла, у меня даже руки сгорели холодные. Мурашки пошли на тело, пошли. Что поесть-то? Я не хочу больше есть. Замерзла, надо поесть. Я замерзла. Чайку попить надо. Погреться. Чтобы не пугать никого. Так может, испуг-то и развенчать можно. Я не успею просто, правда. У меня завтра буду целый день этим заниматься. Надо тоже еще кое-что сделать. Просто. Мне только Анастасия отпечатает вот эту табличку, Маш, да? Завтра. А этот он просто по готовым с одного места на другое место переставит, и все. Ой, единственное, нас двоих-то оставляет опасность. Задумалась. Я сначала, у меня была мечта. А записывай, записывай. Маш, переписать все, ну, это смотри, самое. Какой... С пластинок на диск. Да, скажи. Никто. Что, уже нет такой возможности? Ну нет, уже это, так просто нет возможности здесь. Просто оно рядом со мной на прилавке лежало. Кто-то забыл? А сейчас у нас аниме лежит таким же образом легко. Кто лежит? Аниме. А это что такое? Мультфильм японский. Химия, необразованность, господи. Я люблю японские фильмы, я люблю наши мультфильмы. Ну не скажи. Ну ни разу не было. Алибаба 40 разбойников в свое время был за это самое, только так, на ура. Японский? Ну конечно. Алибаба я свои смотрел. Тогда это смотрело что-то было. Не наши.
Маленькая девочка, бедная. Которая рисует поцелуи сплошные, говорит, ну, мама, в монахи-то я пойду попозже. Потом. Дай мне сейчас детством насладиться. Рисует картины, где невеста же. Это кто такой? Полинка. А, малыш? Забрать ее к себе, пусть она у нас живет. Ну да. Ну ничего страшного. Все равно, когда ей будет 16, она не пойдет в монастырь. Тем более. Не, ну она сказала, что она замуж раньше будет. Всех. Батюшка сказал. Клава так решила. Что это лучший выход из положения. Надо же куда-то детей избагривать. Логично, потому что можно. Третью наметили, да надо было избагрить. Красивый дом сделан. Такая большая плитка у нее. Это не делали. А что? Она не делала, но ванну тоже оставила. Она так помещается? Помещается. Да? А есть хоть чуть поменьше ванна, это не такая вот, а вот чуть поменьше, но она как раз помещается, вот этот угол. Вот у нас дома она так стоит, ну что-то там то ли надоело, то ли планировка какая-то дурацкая, но хочется ее развернуть. Сейчас тоже вроде как место-то больше получается, вот так вот. По сути, если ванну развернуть, куда, говорю? Куда? Вот ты так делаешь, они убираются все. Ну они там просто добивают, а потом закрывают вагонкой пластиком. Я его с удовольствием. Это ты Гребутин посмотрел, как хорошо. Там, значит, очень красивое. Слышишь? Очень такое красивое зеркало с полочками такими, да? Железная сетка. Это туда белье грязное. А с другой стороны полочки все туда можно поставить. И она маленькая, компактная. Нет, не пластмассовая. Нормально. Вот как Стаска сидит, вот как только посадит, у нее весь диван открывается. Да вообще шалу. Мы тоже все так сидим. Ну видишь? Ну, я закрыла, чтобы он не кашлялся пока. Прошло 5 лет. Они каждую субботу ходят в магазин. Они меня освободили, а я думаю, знаете, Господи, голова не болит. Вот бывает что-нибудь в этой машине? Чего? Ну, горох привезли из машины. Чего, из горох? Угу. Из машины? Угу. Из Думы привезли. Я все в машине побрала. Там от этой химии, там вообще дешевые все. А почему Ашан называется? Это за... Остров есть магазин. Магазины. У нас этот остров, все. Да, умер, да? Это, знаешь, зубным почерком. Магазин закрыт! Да? Не жалко. Она сейчас тоже эти острова пооткрывает.